Приветствую вас, Александра. Вы знаете, двоякое немного впечатление от вашего текста, как вот я его прочитал, да? Значит, с одной стороны, есть такое ощущение, что вы довольно сильный, волевой, преданный, умный, ответственный, обязательный человек, вместе с тем чувствительный, ранимый, нежный. У вас, очевидно, много достаточно любви, у вас много эмпатии, много терпимости в хорошем смысле этого слова. Но, с другой стороны, читая ваш текст, я не могу вот не заметить некую такую, знаете, жертвенность, которая присутствует в вашем, вашем сообщении, в вашем тексте, вот, в вашем вопросе. Некая жертвенность, некое такое пренебрежение собой и некоторое такое обесценивание себя. Смотрите, есть вот какая-то готовность к тому, что вас будут осуждать, есть какая-то готовность к тому, что вас будут, ну, как-то вот критиковать, да? И вы как будто бы вот понимаете это. И вы говорите, что, значит, ну, так нельзя, но вот выхода пока нет. Выхода пока нет. Как будто бы у вас два взаимоисключающих начала. Я либо очень сильная, очень волевая, понимающая и преодолевающая все, либо я очень слабая. Вот, ничего не значащее, ни на что не имеющее права. Вот такая история, на самом деле, так это выглядит. И мне кажется, что более предпочтительное для вашей вот, модели отношений в семье, как раз таки первая модель. А вторая модель, она менее предпочтительна, она меньше подкрепляется в вашей семье, она меньше получает одобрение, меньше получает поддержку, вы как будто бы сами ее стыдитесь. И как будто бы сами стараетесь, вообще-то говоря, ее вот так вот быстрее там зажать, задавить и так далее, да? Вот. При том, что вы вроде бы сильная, вот это все, да, но в то же время вы производите впечатление неуверенного человека, вот где-то вот в глубине, так сказать, души, да? Муж, значит, хочет вас только будучи пьяным, вот, трезвым нет, ваша самооценка падает. Муж отталкивает вас, когда вы по нему соскучились, значит, у вас падает самооценка. Мне кажется, что как бы такая вот системная трудность здесь заключается в нескольких моментах. Первое, это то, что вы взаимоисключаете, знаете, как вот переключение, да, либо красный, либо черный, либо черный, либо белый. Вы исключаете силу и слабость. То есть, мне кажется, что человек может быть одновременно сильным, одновременно слабым, может быть в чем-то, да? И мне кажется, что ваша сила, она может вполне себе служить вашей слабости. Она может служить, она может служить проводником вашей чувствительности, вашей нежности, вашей ранимости. Она может служить всему тому, чего вы хотите.
Вот. Но важнее, вот научиться, принимать себя и замечать, что вы можете одновременно быть и сильный, и слабый, одновременно можете быть и чувствительный, и волевой, преодолевающий. Например, нет ничего абсолютно плохого, как в том, что вы понимаете увлеченность мужа работой, хотя здесь, конечно, есть определенная зависимость вашего мужа как от работы, от труда, так и от алкоголя, который является скорее как компенсацией. То есть, ну, понятно, что здесь алкоголь используется как средство расслабления, вот невозможность, это неумение человека расслабляться. И мне кажется, что это вот тот самый случай, когда, если человек научится расслабляться по-другому, то алкоголь, он просто перестанет быть нужен. Да? Не сразу, может быть, но перестанет быть нужен. Вот, понятно, что только на данный момент, потому что если такая ситуация будет происходить, то зависимость от алкоголя будет расти и, соответственно, как бы вытеснить его будет сложнее. Вот. То есть нет ничего плохого в том, что вы понимаете своего мужа, понимаете, и принимаете как его трудоголизм, так его такую вот слабость, нет ничего плохого. Но также нет ничего плохого в том, если вы скажете, что вам не нравится, если вы выразите нежелание участвовать в чем-то, что происходит. Если вы выразите свое желание, понимаете, если вы прямо скажете, что вам хочется, или что вам не нравится, или что вам нужно, или к чему вы стремитесь, или чего вы хотите и так далее. То же самое касается и мамы. Нет ничего плохого в том, что они заботятся. Если вы делаете это с открытым сердцем, открытой душой, если вы это делаете в порыве, так сказать, какой-то благодарности маме, гуманизма и любви, то все супер. Но это ведь, наверное, не всегда. Иногда вам этого не хочется делать, иногда вам хочется делать меньше, иногда вам хочется, может быть, вообще ничего не делать. И мне кажется, что в этот момент вы себя предаете, не используя какие-то ресурсы, не используя какие-то моменты, ну, какие-то средства, да, не выходя за рамки привычной, устоявшейся модели взаимоотношений, да, между вами, там, мамой и мужем. Вот, мне кажется, что здесь вы... Как, опять же, включаете взаимоисключение, попеременное, точнее, исключение, взаимоисключение, а попеременное исключение. Вот. То есть, да, муж, он прекрасно понимал, что вы там привязаны к своей маме, и это да, но со временем все меняется. И со временем приоритеты могут меняться. Не в том смысле, что они друг друга уничтожают или там борются за право первенства, нет, в том смысле, что они могут как бы разниться в своей степени, в зависимости от того, что вы хотите, в зависимости от того, что вы, ну, как бы, что вы сейчас хотите. И мама, я уверен, способна понять, ну, если у вас доверительные отношения, что не всегда вам хочется давать маме тот объем заботы, любви, нежности, который вы даете. И мужу то же самое. И вот исходя из этого, да, исходя из всего этого, мне кажется, что выстраивается такой образ, когда вы очень сильный человек для своего мужа, и вы сильнее его. Потому что как бы мужчина не отнекивался, как бы мужчина не отталкивался от, ну вот, как бы от того, что он там обеспечивает семью и прочее. Впрочем, все равно, если человек более-менее адекватный, если у человека, ну, как бы здоровый интеллект, вообще просто сохранный, не говорю там какой-то заоблачный там и так далее, а именно просто вот, обычный интеллект, абсолютно обычный интеллект, то человек понимает, что вы сильнее его. И сексуальное желание, оно пропадает не только из-за там работы, хотя и это тоже, но это проблема мужа, мне кажется, больше. Хотя, кто знает, может быть, он в работу сбегает. Ну, не знаю, тут надо более детально уже разбирать. Вот. Но именно в контексте вашего взаимодействия, мне кажется, что вы сильные.
вы часто поступаете так, как должен поступать мужчина. Это не значит, что вы должны перестать так поступать, нет. Но это значит, что помимо того, что вы поступаете вот так, нужно еще и поступать по-другому. Помимо того, что вы поступаете сильно и делаете то, что должны, нужно еще поступать слабо, в кавычках, и делать то, что вам хочется. Понимаете? Говорить о том, что хочется вам. И мне кажется, что этого, мне кажется, нет. По крайней мере, ну вот, исходя из того, что я увидел в вашем тексте, мне кажется, этого нет. Я понимаю, что где-то я там додумываю что-то, где-то я дорисовываю картинку, потому что информации очень, не очень много. Вот. Но мне кажется, вот такая позиция. И, естественно, сексуальное желание здесь падает, потому что, ну, извините, понятно, что все мужчины разные, да, но вот на влечение сексуальное влияет достаточно много факторов, и этот фактор, ну, как бы он далеко не определяется историей про внешнюю привлекательность. Этот фактор определяется больше поведением, отношением к жизни и так далее. И мне кажется, что да, вы в какой-то момент перестали быть привлекательны для своего мужа, потому что у вас не осталось места для слабости, для женственности. Не в том смысле, что вы не женственны, а в том смысле, что ну вот ты принимай решение. Вот ты скажи, как будет, вот ты. Да, то есть не осталось возможности в контакте с вами у мужа почувствовать себя мужчиной. Мне кажется так. Потому что вы закрыли там условно все тылы, да, вот, и не осталось места для проявления силы мужа. Это первое. Это вот такой момент. Еще один момент заключается в том, меня вот что насторожило в вашем тексте, да, что вы говорите там, если муж отталкивает жену, там, когда она по нему заскучилась, да, и так далее, и так далее. Понимаете, в человеческих отношениях мужа и жены нет. Муж и жена – это исключительно такие социальные формации. Если хотите, это политические формации. Это вот муж и жена, семья – это такая первичная политическая ячейка, скажем так. Потому что для политики все-таки, ну, для вот в рамках государства, да, в рамках страны, семья все-таки имеет большее значение, чем один человек. Одному человеку нужно очень постараться, чтобы как-то себе заявить с точки зрения вот своей политической позиции. Но семья, это реально то, на что опирается страна. Это в любой стране, даже самой демократичные, самые индивидуальные, индивидуалистичные, точнее, это так. И мне кажется, что не муж и жена взаимодействуют друг с другом реально, а взаимодействуют люди. Взаимодействуют мужчина и женщина. Взаимодействуют субъекты той или иной деятельности. Взаимодействуют люди, да, человеки, скажем так. И вот этого взаимодействия, мне кажется, нет между вами, потому что нет общего. Понимаете, какая история? А здесь в силу вступает фактор возраста. Да? То есть вы как бы не подростки, когда на сексуальном влечении можно выстраивать отношения. Но даже в этом случае, если на нем выстраиваются отношения, все равно это как трамплин. На него потом настраиваются другие интересы, настраиваются другие общие точки взаимодействия. Общие интересы уже другие настраиваются. Они могут создаваться с нуля, они могут как-то связываться друг с другом и так далее, они могут там из смежных каких-то сфер приходить. У меня есть только ощущение, что вы со своим мужем не имеете ничего общего. Я могу ошибаться,
Но точек соприкосновения, мне кажется, у вас нет. И вот эта позиция, что муж там по отношению к жене должен вести себя так, жена по отношению к мужу должна вести себя так, это чисто схоластика. Это просто схоластическая такая формация, да, конструкция, схоластическая конструкция, которая под собой реального ничего не несет. Если люди друг с другом не взаимодействуют, если они друг другу не демонстрируют разные стороны своей личности в течение какого-то времени, то интерес друг к другу падает, если у людей нет ничего общего. И поэтому вопрос с этой позиции я предпочел бы задать не такой, типа, почему, как так вот муж меня отталкивает, когда я там даю ему понять, что я соскучился. Нет. Вопрос такой, что между мной и мужем общего? Или что может быть между мной и мужем общего, что я могла бы реализовать прямо сейчас? Чем бы мы могли вместе заниматься, да, таким, где бы он со мной бы непосредственно взаимодействовал и чувствовал бы меня, чувствовал бы мое отношение, мои выборы, мою позицию, позицию разную, выборы разные, чувства разные, да, чтобы ему было со мной комфортно, понимаете, чтобы он находился как частичка пазла в своей позиции, да, чтобы он идеально дополнял меня. Это проявляется, как правило, вот в общей деятельности. И если этого нет, а есть только вот, вот эта вот такая, ну, скажем так, условно, политическая арена, на которой вы взаимодействуете как муж и жена, то это отношения, они в большей степени напоминают фарс, ширму, за которой ничего нет. Понимаете? Вот. И если вот мы говорим про, ну, если мы об этом говорим вот в таком контексте, да, если мы об этом говорим вот исключительно, ну, вот так, как я это представил, то, на мой взгляд, здесь имеет смысл вам, ну, пересмотреть, может быть, свое отношение пересмотреть, свою позицию пересмотреть, свои приоритеты пересмотреть какие-то, вот, не обязательно глобальные, да, как бы, то есть, ну, не обязательно переставать там быть мамой, то есть, знаете, если вы перестанете там заботиться о маме, это ничего не решит, если вы начнете спать вместе со своим мужем, это тоже ничего не решит. Если, как ни странно, муж сейчас перестанет работать и перестанет употреблять алкоголь, это тоже ничего не решит. Потому что между вами нет контакта. Между вами нет контакта, нет доверия, нет близости эмоциональной. И платформы, как мне кажется, где это могло бы проявить себя, тоже нет. Есть просто обязательства как мужа и жены. Но эти обязательства как мужа и жены, в том числе обязательства в интимной сфере, это чисто механическая история, понимаете? А живых отношений на эмоциях, на чувствах, на порывах, на какой-то жизненной энергии нет. Понимаете, какая история, какая штука? Вот. И мне кажется, вот вы здесь пишете, да, что муж очень любит свою работу, значит, он говорит, что, значит, тут каждые 2 месяца по 8 дней, ну вот вы тут не написали, с какого момента у него начался этот трудоголизм, да, как бы, то есть, если у него трудоголизм был раньше, и он до вас такое же, вот, ну, такое же количество пил, да, и такое же количество времени работал, и вы как бы за него вышли, то здесь, ну, действует та самая история, что он понимал, что у вас ситуация с мамой, а вы понимаете, что у него ситуация с трудоголизмом. Вот. Если же он с вами начал это делать, тут немножко другая история, тут уже, может быть, вы как-то его подтолкнули к этому. В том числе, может быть, теми моментами, о которых я говорил. Вот. Поэтому, мне кажется, в первую очередь вам нужно подмечать свои чувства, поработать с ними, научиться их выражать, размещать их в контакте, научиться говорить о них правильно. И
постараться понять, где мужу комфортнее с вами, в чем комфортнее и как. Потом поработать над увеличением количества общего между вами и подкорректировать ваше отношение к себе, чтобы оно было более гармоничным, не было таким попеременно исключающим, чтобы оно не было жертвенным, чтобы оно не было таким вот обесценивающим, вот, чтобы не было такого либо-либо. То есть, чтобы оно было взаимодополняющим для вас. Вот. Тогда, мне кажется, с вашей стороны будет гораздо все лучше. Ну и у мужа тоже есть определенные проблемы, безусловно. И мне кажется, что если вы пойдете в сторону вот этой позиции, то муж очень быстро, при условии, что он, что ему не все равно на вас и на ребенка, муж очень быстро придет к какому-то пониманию, что у него есть проблема. Вот. На его разговоры про второго ребенка я бы задал вопрос, зачем нам второй ребенок? Зачем тебе второй ребенок? Это не значит, что он не нужен, ребенок, нет. Не значит абсолютно. Но это значит, что просто зачем? Какая у него функция должна быть у ребенка? Вот. Чтобы вообще некогда было взаимодействовать. Или, может быть, он хочет, чтобы был второй ребенок, чтобы вы стали более женственными. Знаете, какая история. Сюда же, конечно, добавляется некая тревожность вашего мужа. Я не знаю, по какому поводу, но она есть. Вот. Сюда же добавляется что довольно распространенная проблема с беременностью, когда, беременная или там родившаяся женщина становится менее привлекательной для своего мужчины, и крайне ложным является распространенное мнение, что это из-за каких-то физических историй. Нет, это, как правило, на более глубоком уровне связано, первое, с поведением матери, то есть поведение матери начинает превалировать над женским поведением, это, соответственно, мужчину немножко отталкивает. Второе, это сознательная ревность мужчины к ребенку, потому что женщина много уделяет внимания ребенку. Вот, подавление этой ревности и, как следствие, потеря интереса к женщине. То есть здесь как бы идет такая защитная реакция. Вот. Но с этим нужно, повторюсь, работать. С этим нужно работать. И поскольку обратились вы, то и начинать нужно вам. Очень часто бывает такая история, что один супруг начинает психотерапию, и второй супруг как бы в течение какого-то времени подтягивается. Конечно, если он заинтересован в том, чтобы что-то менять. Вот. Такой вот ответ. Надеюсь, это было полезно, интересно. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Всего-всего вам самого доброго.